Здравствуйте. Дом построен из газобетона. D400, 400 миллиметров, фасад без утепления. Значит, как вы видите, здесь стены прогрунтованы, проникающая грунтовка, церезита 117. Выполнен адгезионный обрызг. Адгезионная добавка CC81 с водой 1:6. И дальше затворили штукатурку Баумитом ПА-35 до состояния жидкой сметаны и нанесли кистью. Получили вот такую вот поверхность. Сейчас подойду ближе. Посмотрите. Из штукатурки выполнили маячки от 15 миллиметров до 20, тем самым для выравнивания стен. Сейчас вот идем вдоль фасада. Сегодня приезжали со ФСИПом, проводили обучение. Сделай майки. А зачем? Другого шпателя нет? Более крепче. Есть. Вот это уже похоже, да? Да, уже сломали этого. А килограмм его, раз иначе, убери. Эти уже сломали. Да. Давай, мешай чуть-чуть и это. Внизу покрутил самую внизу? Да, все, жди. Уйди, уйди. Сейчас. Минутку, а? Это хоть две. Ага. Раз, почистили. Опа-на. Ждем. 5 минут. Через 5 минут. Ну что, как консистенция? Нормально. Комментировать будешь? Пересохло. Надо было чуть-чуть раньше начинать. Но ничего страшного, это не так важно. Но если будут монолитные включения, для монолитных это важно. Там нужно будет побрызгать. Для газобетона схватится, а если пересушил адгезионный обрызг, и у тебя монолит под ним, там нужно обязательно побрызгать. Там может отскочить, реально. Сейчас АФСИП, по сути дела, создает контакт между штукатуркой и этим, он вмазывает, потом сейчас будет накидывать. Мажем, здесь яма у нас, какая-то яма. И накидываем.
большой, конечно. Сколько тут? 2 сантиметра? Полтора? Полтора. Здесь внизу сколько? 1,9. Ну, 2 сантиметра. Здесь мало. Там, короче, верхняя часть. Не жалко? Нет. Самое толстое место, правильно? Ребят, если свистнет, то здесь шансов больше, так? Свисать будет, как у вас там. Там тоньше слой. Хватит или еще? Ну это промазывание, это первый слой. Все туда входит. Ребят, можно? Кто старшего? Подожди, пожалуйста. Не говори. Смотри, вот здесь носим. Угу. Видишь? Да-да. Глазурь имеется. Угу. Сейчас она прихватится жидким слоем. Проходим один раз, снизу до верха сколько нужно. Будет все одинаково. Ага. Если не провисать не будет. Понял. Люфт небольшой. Примерно. Плюс-минус 2 миллиметра. Угу. Но это не следующий день протяжки. Зависит от погоды. Видишь, прихватывается, протягиваешь. Слегка прихватывается. Обычно это происходит минут 15 до 30. Опять же, от влажности зависит. Ясно? Хочешь, попробуй? Давай сейчас дальше ты. Все. Чуть-чуть я... Чуть-чуть оставшись, второй слой мне проходит дальше. Угу. Ты взял свой пузырь? Вот я она. Понял. Вот пузырь. Все, отлично. Да не кидай, просто накидай, это не шпаклюй. Сейчас накидывай. Накидай. И надо уже следующее. Вот наверх, верхний слой ты можешь проходить. Тоненький слой. Я понял, здесь? Да, 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 уже. Тоненький слой, кидай, тяни и все. На свой рост полностью. Да, 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 да. Даже можешь проходить дальше, следующий. Он один замес на двоих. Меньше замес. Видите, ну и все. Не так вот запуска один. Ну, конечно, вчера. Да.
Второй раз поменьше мешать, вот так. А все? Пуш. Что? Что? Держать. Видишь, у тебя многовато получилось. Многовато чуть-чуть. Не доходя 2 миллиметра. Если это, допустим, днем, у тебя подхватится быстрее. Сейчас нормально. Сейчас. После дождя. Сейчас телечек же. Выдавили вот это. Хватит, ну что ты трёшь трёшку, да? Всё. Там ямочка была. Сейчас что было неправильно? Сейчас мы что неправильно сделали? Неправильно сделал? Да. Да что неправильно? Неправильно. Ты правильно правила тянешь, выравниваешь, всё хорошо. По одно. Ты сразу вытянул. Я 2 миллиметра не доходил до края маяков. Правильно? Здесь. А ты сразу накидал. Я тоже могу так. Ну вот, вот так надо делать. Ты сразу хочешь. Сразу, понятное дело, хочется быстрее. Сейчас темно же. Днем это, этот процесс намного быстрее происходит. То есть твои пузыри более выражены будут. Сейчас они либо чуть-чуть будут, либо повезет не будут. Понятно? Угу. То есть... Чуть-чуть быстрее.
Ну, надо чувствовать, просто чувствовать раствор. Оптимум. Ну, ты вот заметил, увидел, что внизу есть, но вверху нет. В этом просто разница. Чуть-чуть подождать. Чуть-чуть подождать, а потом перетянуть. Одним разом это гипс так делать. Гипс. Накидал, натянул, убежал. Все. Ага. Что будет, смотри, там, уже никакая смотри. Проблема. Ты со стороны смотрел, да? Обратил внимание, в верхней части было не дотянуто, а в нижней части он закидал и сразу за один проход. И когда он тянул, были видны как раз вот эти вот пузыри. А в верхней части их не было. Они еще будут, чуть-чуть будут. Незначительно. Будут сейчас, чуть-чуть. Это влажность помогает в данный момент. И вечер, температура. Днем это было будут больше. Как вот. Так. Просто старайся чуть-чуть разделять. Подожди. И все. То есть получается все нормально, все да, хорошо. Да. Единственное нужно. 2 миллиметра. Понял, да? Да. Вот суть. Да. Ну ты сам увидел это. Да, на да, своей да, же захват. Да, да. Вот где здесь было не дотянуто, а здесь сразу прошел. И вот ты тянул, здесь они чуть-чуть прям начали ходить у тебя под правилом. А здесь не было их. Ну, то есть вот попробуем еще кусочек. Раствор погуще. Зависит от температуры. Накидываем, и себе приготовь. Не доходя край маяков пару миллиметров примерно. Ждем какое-то время. Чувствуем, что оно уже прихватилось. То есть тоненький слой сразу прошлись. Получается, все. Именно вот эти вот пузыри возникают из-за того, что тянется сразу весь слой. И он тянется, он не успевает. У тебя что получается? Ты нанес, он внутри более жидкий, не высохший, чем на поверхности. На поверхности начинает прихватываться, а там жидкий. И ты его, когда протягиваешь, ты его отрываешь. Нужно, чтобы он внутри чуть-чуть подошел, а потом ты жиденьким просто подправил, и все. Не сдвигая внутри штукатурку. А так, когда это, ты ее, получается, ты ее структуру сдвигаешь относительно фасада. Вот и все. Очень важно раствор правильно получить. Ну, вы сейчас почувствовали, то, понял, да? То, что края гуще в середине жижи, это не пойдет. Мягкая штукатурка. Как плиточный клей, но при этом штукатурка. Ну да. Как глина. А? Скажи, как глина. Да. Ну, лакмотки, подушка. Подушка шире. Я просто, возможно, ушибет я сделал, но я очень торопился. Я только купил участок, сразу начал, да, снимать планы, через месяц начал строить. И тоже, ну, конструктора я нашел. Здесь не забудь, а то проскользнет. И здесь, и здесь. Да, да, да. Когда правила будешь вести, проскользнуть может. Сам знаешь. Потому что не хотелось, чтобы это надолго все растягивалось. Но и вон там он. Ну, все равно вот. Вдове, а то там дырка воздушная. Годовщина. Начало стройки я закончил. 10 сентября начали здесь. Ну, чуть побольше надо. Не-не-не, побольше надо. Нет, есть я еще. Не-не. Конечно, да, немного повыше надо. Не класс. Оставь как когда посвежее, очко меньше. Там, когда по свеженьке, там просто чуть-чуть будет. Ничего не поделаешь сейчас.
Только смотри, вот это подрежь, видишь, дырка, не раскрывшаяся, чтобы не было. Да, 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 да. Чтобы не было нигде колен. Вот эти места подрезай прям. Вот так, да? Угу. Ну, понимаешь, чтобы воздуха не было внутри штукатурки. И вначале внутрь прям промазывай, вдавливай. Удаляем маячки, штукатурка Баумитом по 35, по маячкам, по адгезионному образу, выполненному с адгезионной добавкой CC81. И сейчас заполнение штроб CC81 с водичкой 1:6. И затворили штукатурку. И в получившейся смеси заполняем штробы. Уменьшилось водозатворение, поэтому после высыхания не будет трещинок на стыках. Штробы заполнены и штукатурные фасоны. Здесь ребята самостоятельно проводили оштукатуривание. Сейчас видите заполнение штроб. Ребят, только саморезы обязательно выкрутить. Видишь саморез в тени черный? Ни в коем случае нельзя. Вон он. А вы выкрутили здесь? Там здесь по всей длине были саморезы. Потому что здесь их не было, я смотрел. А там вот есть. По краям. Да. Это вот заполнение штроб. Значит, штробы заполняются также штукатуркой МПА-35, которая затворена на смеси вода и CC81 в пропорции 1:6. Тут первый раз прошли, потом сейчас еще ребята пройдут. Это вынимается молчок. Пересушили, но ничего. В следующий раз будут выдергивать, когда посвежее. Маячки 100 миллиметров. Разреши? Я пройду. Это вот заполнение штроб. Еще потом чуть-чуть под конец пройти, оттянуть. Тут у нас мешок. Вот 35-й. Это вот адгезионная добавка, разведенная. Мерка для нее. А здесь вот проводили обучение как раз. Ну, это отдельно я покажу.
подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Счастливо, до свидания.